Барнауле опять могут повысить цену на проезд. Люди на остановке уже нервно реагируют на эту фразу. Буквально в январе тариф поднялся сразу на несколько рублей. Сейчас проезд в автобусе стоит 23 рубля, в маршрутке 25. А в соседнем Новосибирске, где, к слову, тоже дорожает топливо и не растут зарплаты, цена за проезд ниже, чем в Барнауле. Я недавно приехала с другого города, как бы с Томска. Сколько в Томске цена за проезд? Там цена за проезд там на 2 рубля дешевле, то есть 21 рубль. Уже достаточно поднимать цены на проезд. В каких-то городах вообще отменили уже это. А где-то, наоборот, стараются понизить, а у нас все повышают и повышают. Вы посмотрите, люди живут на грани нищеты. Это куда еще поднимать-то? А молодежь работает за 10-15 тысяч. Как им выжить-то? По словам перевозчиков, последнее повышение цены не спасло отрасли. Денег не хватило даже, чтобы рассчитаться за долги по топливу. Что уж говорить о зарплатах водителей и кондукторов. О ремонте машин вообще нет речи. Ничего не стало лучше, как было, так и есть. Лучше или качественнее перевозки пока не заметно. В ассоциации перевозчиков считают, что к проблеме надо подходить комплексно. Если возят льготников, за них платили, город не платит ни копейки. Льготные кредиты, льготный лизинг, как это раньше было. Этого сегодня нет. Поддержка в преференциях, были преференции по аренде, я имею в виду. Сегодня нет этих преференций. А пока спасать барнаульский транспорт от деградации продолжают пассажирским кошельком. Поэтому не исключено, что в ближайшее время в автобусах и маршрутках появятся новые тарифы. Да хоть каждый день, если зарплату будут повышать соответственно. И пенсию тоже. А так хоть каждый день пусть повышают. Ирина Корчагина, Николай Шилко. День с толком.